В Тамбове стартовал осенний месячник «Тамбов. Любимый город». Весь октябрь в нашем городе будут проходить мероприятия по благоустройству. Сегодня около сотни городских жителей провели уборку мусора, который скопился на берегу Цны в районе Рассказовского сквера и на территории 30-й школы. Основная задача, чтобы у нас все-таки когда-то было чисто, и это чтобы поддерживалось постоянно. Почему мы убираем сегодня здесь? Потому что у нас места отдыха наших любимых жителей, они всегда оставляют желать лучшего. Вы сами это видели. Всего за час работы с загрязненных территорий вывезли 400 мешков мусора. Также в ходе месячника будет организован прием обращений граждан по вопросам нарушения требований правил благоустройства и содержания территории.